Иван – непростой старик. В смоленской деревушке жил мой троюродный дядя Василий Андреянович. В войну дядя еще подростком был партизанским связным. У него был юбилей 50-летия. Я тоже приехал и застал дядю Васю в странном состоянии. Вроде бы веселый, но что-то не то. После застолья я спросил его, о чем это он думает все время. В ответ я услышал странную историю. В их селе еще до войны жил молодой парень, которого никто не любил и даже побаивались. Говорили, что мать его была ведьмой. Характер у этого Ивана был жестокий. Посватался он к одной девушке. Она ему отказала, и вскоре ее нашли изнасилованной и удушенной. Подозрение пало на Ивана, его арестовали. А тут война, и Иван объявился вместе с немцами в полицейской форме с винтовкой. Немало зла видели от него местные жители, а партизаны решили казнить изменника родины. Его захватили ночью и повесили на окраине села. В этой партизанской группе был и мой дядя Вася. Едва вздернуть успели, а тут немцы, стрельба, собаки чуть-чуть сами не погибли. Война кончилась, и тут вдруг выяснилось, что Иван жив. Его судили как гитлеровского пособника. Рассказ о том, что Ивана повесили, никто не принял всерьез. Тем более, что сами едва спаслись, торопились. Оно, конечно, вешать тоже уметь надо. Недаром в старину на палача еще учиться надо было. «Только я сам его видел висящим», — говорил мне дядя Вася. Ивана приговорили к смертной казни. И с той поры прошло уже лет 30, даже больше. И вдруг он появился снова. И даже якобы документы показывал участковому, мол, заменили ему вышку урановыми рудниками. Выжил, отсидел, теперь домой умирать приехал. Не к добру это. А пойти сказать, что мертвый он, ведь засмеют? Все это я услышал от дяди Васи. Это была моя последняя встреча с дядей. Вскоре я получил письмо, что его волк задрал. На похороны попасть не получилось, поехал на годовщину. Стал спрашивать, как же все-таки погиб дядя. Не каждый день волки людей загрызают. И вот что я узнал. Незадолго до дядиной гибели в соседнем селе погиб один старик. Был он партизаном в том же отряде, что и дядя Вася. И погиб нелепо. Зачем-то полез в погреб ночью. Ухитрился так упасть, что сломал шею. Дядя Вася с похорон сам не свой пришел. И все поминал Ивана. А потом к соседу пришел, ружье попросил. Мол, волка видел в лесу, жди его теперь на ферме. Сосед ружье дал, и дядя Вася пошел в лес. Нашли его мертвым. Волк хитрее оказался. Дядя ружья с плеча снять не успел. Хищник сзади напал. Знаете, я не хвалюсь, но меня словно озарило тогда. Я у дядиной вдовы спрашиваю, а у вас незадолго до дядиной смерти ничего дорогого не пропадало из дома? А ты откуда узнал? Было несколько серебряных ложечек, 100 лет в буфете лежали, и вдруг исчезли. А Иван этот, полицай бывший, что, жив еще? Умер. Сгорел пропащая душа. Видать, выпил лишнего, да и заснул с цигаркой в зубах. После Васиной смерти через несколько дней. Мне все ясно стало. Из ложечек дядя Вася пули отлил серебряные для ружья. Ведь он верил, что полицай Иван непростой старик. И волк, сгубивший дядю, тоже непростой волк. Не нападают волки-одиночки просто так. Может, это и был сам злодей Иван, и пожар, в огне которого погиб Иван. Может, собрались старики-партизаны и исполнили таки свой приговор. Заглянуть в другой мир. Хочу рассказать вам про моего деда, Артемия Львовича. 5 лет назад, когда он тяжело болел перед смертью, я много дней провел у его постели. Наши отношения всегда были очень теплыми, а тогда у нас возникла настоящая душевная близость. Чувствуя, что жить ему осталось недолго, дед, видимо, хотел передать мне свой опыт. Поэтому мы вели длительные беседы о жизни. Сначала просто обсуждали текущие дела, но постепенно перешли на философские темы. И тут я понял, что Артемий Львович не может откровенно сказать все, что хочет, поэтому я постарался убедить его в том, что я с пониманием отнесусь ко всем его словам. Но то, что в результате услышал, было неожиданно. По словам моего деда, в 40-м году его с завода отправили в летное училище, поэтому к войне он уже мог сносно летать на истребители. Свою машину он получил только в августе 41-го, когда неразбериха, вызванная наступлением фашистов, немного уменьшилась. Но уровень подготовки летного состава эскадрильи, в которой он начал службу, был намного ниже, чем у немцев. Поэтому уже через месяц в живых остался он один. Еще через месяц самолет деда подбили,
Но ему удалось дотянуть до своей территории. Прыгать было уже поздно, пришлось совершать посадку. По словам Артемия Львовича, о ней он ничего не помнит с того момента, как машина коснулась земли. И вот тут начинается самое интересное. Когда мой дед открыл глаза, то понял, что находится в больничной палате. Его сразу же поразила обстановка, странный дизайн помещений, незнакомое оборудование, очень благоприятная психологическая атмосфера. Складывалось впечатление, что войны как будто и не было. К величайшему удивлению деда, так и оказалось. Действуя крайне осторожно, он узнал, что находится в России, что сейчас 41-й год, что император Николай II до сих пор жив и все еще на троне, но его влияние ограничено Конституцией. Про Ленина никто ничего не слышал, а Гитлер был убит еще в 1935 году в результате заговора. Как оказалось, сам он разбился, испытывая новую модель реактивного самолета, и чудом остался жив. Все это не укладывалось в голове, и тогда Артемий Львович сам перестал понимать, был ли вообще Советский Союз и война с Германией. С этими мыслями он обратился к психиатру больницы. Тот выслушал рассказ об Октябрьской революции, о Сталине и Гитлере и пояснил, что такое бывает при черепно-мозговых травмах, и прописал какой-то препарат. После первого же приема лекарства моему деду стало казаться, что он куда-то летит. Скорость все увеличивалась, сознание стало мутиться, и вдруг он как будто вынырнул. Осмотрелся и увидел госпитальную палату. На сей раз обстановка была уже нормальной. Вокруг раненый, на стене патриотический плакат про войну. Из репродуктора доносится голос диктора, который читает сводки с фронтов. Это был его мир, привычный и понятный. После госпиталя деда направили в его часть, но летать он уже не мог из-за последствий ранений. Поэтому ему удалось дожить до конца войны. Далее он учился, работал, воспитывал детей и внуков, и его жизнь шла по обычному руслу. Но впечатление, которое оставило посещение параллельного мира, так и не изгладилось. Деду очень хотелось хоть одним глазком еще раз в него заглянуть. Однажды, читая какой-то научно-популярный журнал, он наткнулся на название того препарата, что дал ему психиатр перед возвращением. В нашем мире он появился на 30 лет позже того мира. И тогда Артемий Львович решил рискнуть, с трудом достал это лекарство и принял его перед сном. Опять ощущение полета, и вот он в точке назначения, смотрит глазами своего двойника, все слышит, но ничего не может делать. За каких-то полчаса он узнал, что на Марсе уже есть колонисты. Мир стремительно объединяется, и осталось всего 10 государств. Ядерное оружие запрещено хранить на Земле. Строится первый звездолет. Потом путь назад, и вот он уже в своем теле. На следующий день у деда случился инсульт. И с тех пор он опасался принимать это лекарство. Так что на этом история его путешествий закончилась. Скажу честно, сначала я не поверил во все это. Но постепенно пришел к выводу, что такое возможно. Называть препарат дед категорически отказался. Но мне кажется, что дело не в лекарстве. Его ведь испытывали на людях, и никто не улетал. Просто Артемий Львович обладал даром путешествия между вселенными. Кто знает, может быть, после смерти его душа отправилась именно в тот мир, где жизнь развивается по более гуманным законам. Очень хочется надеяться, что такие миры в самом деле существуют. Проучила. Случилось это в войну. В одной деревеньке жила вдова Татьяна. Тянула на себе 5 ребятишек. Похоронную на мужа давно получила. Жили, конечно, очень тяжело и голодно. Был в той деревеньке председатель. Человек злой. На фронт не попал по причине больного сердца. Были и те, кто утверждали, что освобождение от фронта ему из райцентра любовница выписала, липовая. Или, как сказали бы в наши времена, отмазали его. Председатель народ не щадил, за провинность драл, как говорится, 3 шкуры, упивался властью и часто издевался над людьми. Время было страшное, выживали как могли, и надо же было случиться, что поймал он как-то на краже Татьяну. Вынесла женщина в кармане кулечек пшеницы, а по законам военного времени это тюрьма. Татьяна, врев, на колени бухнулась, умоляла не давать делу ход, что вынесла она тот кулечек, так как дети с голоду пухнут, а младший и вовсе слег. Но все напрасно. Председатель сказал, с утра поедет в райцентр и доложит, как положено. Народ очень жалел вдову. Ясное дело, посадят,
пропадет семья. Решили бабы в тот же день гостинцев собрать, да и на поклон к зверю, так меж собой звали председателя, сходить. Вечером постучали в избу к нему и повели разговор. Только зверь лишь посмеивался, а потом и вовсе раскуражился и выставил свою ногу в сапоге на лавку. Мол, лежите, а я гляну да подумаю. Бабы опешили, назад попятились. Тут ты зашла в дом бабка Акулина. В деревне жила она на отшибе, с людьми шибко не общалась, но помогала по мелочам, кому зубную боль заговорит, кого еще как подлечит. «Все лютуешь? Легче станет, если детей осиротишь?» — спросила она. «Пощади Татьяну, либо хуже будет». «Чем хуже-то, бабка? С ней под статью и пойдешь. За угрозы доживала бы спокойно. Да смотрю, не желаешь», — засмеялся зверь. Акулина не испугалась, усмехнулась и только молвила. «Что ж, приди утром, да расскажи, как тебе спалось». Так и разошлись люди по домам, ни с чем. Только утром увидели, как к бабке Акулине бежит их председатель, белее полотна. Теперь он уже ползал на коленях, умоляя отозвать тех, кто приходил. На шее у него виднелись синяки, глаза были безумные. Из его несвязной речи ясно было одно. Кто-то крепко напугал его ночью, и это были явно не люди. «Что ж, иди с миром, больше тебя тревожить не будут. Но и ты не лютуй над людьми, иначе накажу, да так, что сегодняшняя ночь раем покажется», — сказала бабка. Конечно, Татьяне зверь докладывать никуда не стал. Он вообще запил с той поры. А пьяный все рассказывал о бесах, что душили его однажды. А через 3 года повесился, когда над самим тюрьма нависла за крупное расхищение. Рассказ ветерана. Эту историю я прочитал в журнале НЛО. Ее там опубликовал ветеран войны. К сожалению, его имя я не помню, но содержание статьи запомнил достаточно хорошо. Далее пишу от первого лица. Это произошло зимой 43-го. Точно не помню примечания автора года. Я молодой солдат, участвовал в Сталинградской битве. Мы тогда окружили и начали громить армию Паулюса. В одном бою я был тяжело ранен. Меня, потерявшего сознание, подобрали на поле боя санитары и отвезли в полевой госпиталь. Он находился в одном селе в нескольких избах. Там меня прооперировали, и я вскоре пошел на поправку. В избе нас лежало много. Среди раненых выделялся один человек. Рана у него была пустяковая, почти царапина. Он чувствовал себя превосходно и через пару дней должен был уехать в часть. В одно утро я проснулся и увидел, что его кровать свободна. «Наверное, он уже выписан», — решил я. Но оказалось, что ночью он умер. Это было невероятно, ведь рана у него была легкая. Затем санитары унесли кровать, на которой он лежал. Я удивился. Кровать стояла около печки, там было очень тепло. Но соседи сообщили мне, что это уже 5-й человек, умерший на этой кровати. С любым ранением, тяжелым или легким, никто не выживал на этом месте. Спасительный дождь. Хочу поделиться историей, как в далеком 44-м году, когда мне было 16 лет, необычное природное явление спасло от неминуемой гибели меня и моего друга Колю. В 43-м году над нашей деревней немцы сбили советский Ил-2. Уже у самой земли пилот отцепил 4 бомбы, 2 из них взорвались, а 2 не успели, просто воткнулись в землю. После освобождения Брянщины мы с Колей решили взорвать эти бомбы, чтобы никто случайно не подорвался. В тот вечер стояла отличная солнечная погода. Мы осторожно вынули бомбы из земли, связали их вместе проволокой и положили на костер. Сами отошли 400 метров и принялись ждать. Грянул взрыв, и мы спокойно отправились обратно к тому месту, где были бомбы. И вдруг нам преградила дорогу стена крупного дождя. От неожиданности мы бросились бежать в обратную сторону. Отбежав, оглянулись. Позади нас раскинулось довольно большое, 200 метров в ширину, туманное облако, а посреди него лил дождь. Мы с Колей словно завороженные смотрели на это необычное явление, и вдруг совершенно неожиданно громыхнул еще один взрыв. Если не этот таинственный дождь, мы бы как раз оказались в зоне поражения. И что удивительно, как только стихли раскаты второго взрыва, дождь прекратился,
и облачко исчезло. Что это было, я до сих пор не пойму. Друзья, которым я рассказывал эту историю, говорят, что это ангел-хранитель защитил нас.